Это у нас вот такая вот дорога. Я же испугалась. Простите. Ни хрена. А что он с жопой ко всем лежит? Вон маленькая яшперица бегает. А это большая яшперица. Я напугалась. Толстая такая. Да. А что все замерли? Пробуем дальше снимать дорогу на пляж. Что ты испугал? Извините. Причем так интересно, где-то вот смотришь, действительно, ну, вот это вот вулканические, короче, дела, вот эти вот выглядят как выжженная земля. Вот этот песок такой, какие-то растения такие неестественные, а потом раз, так все зеленое, красивое. Кому очень нужны правила посещения. Собственно, Марин, вон там сразу черепаха нарисована, нельзя трогать. Так только черепаха нарисована, а я шпилица не нарисована. Ага, о, птичья. Какая наглая. Это вот так вот у нас называется пляж, куда мы приехали. Ну вот, собственно, этот сам пляж. Он, в принципе, достаточно небольшой, но вроде как поплавать и можно. И рядом, главное. Ну, сейчас Марина полезет туда обязательно ноги мочить. Главное, чтобы тут акулок не было. Приходишь поплавать на пляж, а тут уже кое-кто плавает. Кое-кто усатенький. За рыбой, наверное, приплыл. Вот, а мы вот здесь вот прямо купаемся, прямо плаваем. И еще кое-кто. Следующий пункт нашего экскурсионного маршрута – Лас Гриетас. Приехали, точнее, пришли сюда. Сейчас посмотрим. Entonces. Ну, рассказывай. Подумайте. Я
Что говоришь? Ну, буду давать интервью. А, давай, рассказывай. Вода ледяная, глубина 10 метров, дна не видно, камни страшнющие, еще страшнее туристы, которые как не в себе машут руками и боишься, что они дадут тебе по башке. Я не знаю, что меня пугает больше. Неизвестность в глубине, что сейчас какой-нибудь вот кракен выпрыгнет и схватит меня за жопку, либо то, что какой-нибудь дебилистический турист даст мне в башке своей рукой, ногой. Блять, вообще не смотрят, куда они плывут. Так они все в этих жилетах спасательных. А так там, да, они все не видно. Я-то без жилета, мне поэтому и страшнее. Потому что плаваю-то я, конечно, замечательно, но... Вон маски у нас есть даже, мы приготовили. Маски, я уже посмотрела. Дна там не видно. Дна не видно. И не потому, что вода грязная, да? Не, вода чистейшая, но глубина такая, что дна не видно. Как дела у кошечки? Днище действительно не видно. Днище? Тогда я пойду. Давай. Выплывай, моя ламантина. Вода интересная, полусоленая, полупресная. Теперь идем по лавовому туннелю. Тут вы как-то волкрафобы вышли из чата. Слушай, даже какая-то вон растительность такая есть. Ага, а вон какая-то вода или что тут у нас? Не, просто еще. Не, она мокрая, блестит. Не, она не мокрая, может там лава тепла, или она мокрая? Она мокрая, там вода. Бежим. Прикольно, так и никого нет, но такая подсветка. Угу. Так, а как тут что, ползти, что ли? Ну давай, чё я пью. Я только не подписывался. Так, надо телефон переложить в задний карман, чтобы он не это. Так, первый летит рюкзак. Кёрлинга. Спасибо, там камера была тоже. Интересно, тут есть какие-нибудь летучие мыши? Слушай, океан какой огромный. Нет, ну вот это вот, наверное, лава и есть застывшая. Вот эти куски. А как он упал, интересно?
пещерах морей из этого из «Властелина колец». Mm-hmm. Сейчас где-то этот Балрог должен быть. В конце мы дойдем на Роковую гору. Да. Вся жизнь, как будто мы идем на какую-то гору. Ну что, Марина, вот мы и дошли до выхода. Мне, как человеку, который не клаустрофоб, в принципе, нормально. Вспоминаю, только единственные ощущения были в катакомбах в Париже, вот где там Черепаевщина, вот там было, да, там было жутковато. А здесь вполне себе... Не, удобно, и дорога проложена, подсвечена, и дышится легко. Дышится реально. Ну что? Мы приехали на черепашью ферму. Вот такие нам подкрадули выдали. Козырные такие бархатные тяги выдали. Я тоже вообще. Да, все включено в стоимость билета. Сними тоже меня. О. Вот такой вот я. Вот манял так. Парень. Первый парень на деревне. Опа. Сейчас мы пойдем. Заплатили вход, по-моему, 8.50. Это включая лавовый тоннель. Прогулку с черепахами, с гидом и резиновые сапоги. Вот такие вот. Да. 8.50. 8.50 с человека. The natural predator is the hawk, the small eagle, hunting the babies. The first 3 years, land turtles and humans, soft, very soft. It was easy for the hawk or the eagle to break the land turtles. 5 years, I'm becoming immortal. 5 years, 25 square centimeters. All the exoskeleton becoming tough. All the black color is keratin, like human keratin. That's why we put, you know, that's why in 1965 we started to reproduce land tortoises. In 1968 we started to eliminate everything that was introduced by humans. Now we have the control, you know. When you pay tax to eliminate, eradicate, and control the alien species. Questions? Tortuga, question. No question. The sound. How is the size? Okay. Land tortoises. Look at that, it's stretching. Thank you, Tortuga. Yes, very fast, no? Hurry up. And the yellow bird. That's American yellow warbler. American yellow warbler. So the land tortoise remove the vegetation and then the insects try to escape. And the warbler is waiting for that. Hunting the insects. So we got symbiosis. Она тут уверенно ползет и ест. Она смотрит мне в душу. My lady, these bees are more intelligent than humans. And guarantees that more than 200 million years the land tortoise is running on this planet. When the male changes the because the females never say this. Only the strong guys, the strong guys.
And, you know, approximately 5 meters, 2 minutes. And sometimes 10 meters. Okay. The land tortoise, or we start to reproduce land tortoises in 1965. But I don't know when these guys. But now we can play with the age. You want to take a picture with these guys? Photo. You want to take photos, pictures? Big boys, big guys. Thank you, tortugas. Here, the beautiful white sand beach. No way, I can't believe it. Okay, I'm not. Okay, I'm not. Tortuga. Черепаха. Тортуга Марина. Ну, ну, это тортуга терестра. Come on. Yes. Okay, go down for 30. Вот это сильно. Она тяжелая. Наложись. No? Thanks. Okay. That's my friends. Thank you very much. Всем muchas gracias. You know the restrooms, there's a gentleman upside to the left, the bar, something to eat, something to have a coffee, or taxi, that's ready for you. Ну, ты считай, отжалась на руках. Да, с черепахой отжался, капец, тяжелая. Он ее так легко поднял сейчас. Ну да, одну половину поднимаешь. Так, пляж Тортуговой. Вот его карта. Тут нужно просто зарегистрироваться на входе, написать имя, фамилию, сколько у вас человек. А вот Марина Николаевна, главная тортуга. Я тортуга Марина. Тортуга Марина, да. Мне нравится так все время угар эквадорцев, которые, когда слышат, как меня зовут, они такие: Марина. Марина морская. Кактусы тут. Что-то какие-то немножко кусками пожеваны, их игуаны ели. Мы все идем, идти тут, по-моему, 2.5 километра, но приближаемся потихоньку. Какие кактус красивые, прям целые деревья. No. Что ты идешь, Кики? Что я запнулся? Да, запнулся. Он бы полетел, но было бы смешно. С кактуса. Да. Ну, конечно же, красный флаг. Не, ну тут изначально как бы плавать-то нельзя. Нельзя. Там вон серфингом кто-то занимается.
сидят, отдыхают. Один расплескался. Неожиданно, здравствуйте. А смотри, вон что-то самозванец идет, да. Игуан насмотрелись, идем теперь на более спокойный пляж, где хотя бы можно поплавать. И все, лежишь. Здравствуй. Какие как тише. Ага. Гуан, у тебя модный современный маникюр. А вот мы, наверное, сюда и сходим. У нас тут даже указатели есть, куда нам идти. Так вот раз и на голову такое упадет.
Показываю галапагосские сувениры, которые мы сами себе купили. Ну, это так. В общем, галапагосы выращивают сами кофе. Вот такой вот купили попробовать. Кофе, произведенный на галапагосах. Вот стоит он почти $13. Вот такой вот, ну, само собой, магнитик. А вот такой вот у меня браслет, это на ногу. Такой черепашкой чудесной, сейчас покажу. Вот, с такой чудесной черепашкой, жемчуга, чашка. Ну, это чашка. Но если есть новый кофе, нужна обязательно под кофе новая чашка. Вот с такими вот олушами, это керамика ручной работы, вот такая она. Вот здесь написано тоже галапагосы. Очень приятная, очень симпатичная, очень мне нравится. Ну и сейчас откроем вот этот вот пакетик. Это фирма, ну, фирма мировая такая, достаточно известная. У нее есть просто свое производство в Эквадоре и конкретно на Галапагосских островах. Так, ну и открываем финальный пакетик. Все, вот тут так залепили-то его еще. Нет, открываешь. Вот, обязательно нам надо было купить вот такой вот термос. Pata Sazulis. У них как раз вот, вот у этого бренда свой подбренд конкретно для Галапагос. Вот такой с голубыми лапками. На 650 миллилитров здесь. Save the Oceans обязательно. Ну и вот все тут приблуды. Вот такой вот, в общем, фирменный термос. Ну и еще обязательно фишка этого магазина, конечно же, это вот такие вот носки. Разные у них есть носки. Купили мне вот такие вот с прекрасными олушами. Limited Edition носки, между прочим. Вот, все произведено в Эквадоре обязательно. Вот такие вот чудесные носочки. Есть у них разные совершенно. Есть с олушами, есть с акулами, есть с черепахами, есть, я не знаю, там с морскими котиками. В общем, с кем хотите. Ну, вот такие вот носки тоже взяли на сувениры. Вот, в общем-то, наши все подарочки выглядят вот так. Для юных натуралистов. Я просто прикольно вам эти. Как из Майнкрафта какие-то. Ну, кофе как в магазинах продаются. Да, да, да. Какие красавчики, пазлы. Да. А здесь, мне кажется, вариантов-то больше и нет, если честно. Thank you.
красиво сделан магазин. Mm-hmm. Тоже с кабелем. Вот они все, выходы и есть. Вон Авианка справа. Ну да, вот они все и выходы. Хотя первый, второй, третий. А где четвертый? Третий, там последний. Вот, короче, такая зона ожидания. Вон туалет, да, кому-то захочется. А, ну вот мы, собственно, да, вот здесь вот мы и пойдем по этому коридору, как мы приезжали. Вот, вышли из терминала. Идем на посадку. Сейчас таки на паром, чтобы доехать до самолета, по $1 еще собираем. Да. Вот стоит. Авианка. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Вот, было все. Интересно. Мы улетаем. Мы уже в аэропорту улетаем, да. Всем пока-пока. До новых встреч.